Все в одном месте. Информация об остановках, длине и ширине дорог, их состоянии и владельцах, количестве парковочных мест вошла в новую уникальную систему «Дорожное хозяйство». Это продукт, по сути, многослойная компьютерная база, которую создали специально для Красногорска. Наша система установлена в Пушкинском городском округе, в Люберецком городском округе, в Солнечногорске. Но этот модуль, он был создан по инициативе, опять же повторюсь, городского округа Красногорск, создан в этом году. Мы надеемся дальше развивать эту инициативу. Мы будем обучаться этой программе, как ней пользоваться, наших сотрудников обучат. Сама система и такая точная паспортизация в Московской области сделана впервые. В течение 4 месяцев параллельно с разработкой программы шла паспортизация дорожного хозяйства в городском округе. Теперь мы знаем все, говорит замглавы Всеволод Волосевич. А каждой из 1942 дорог общей протяженностью 416 километров. В систему загружена схема организации движения, указаны знаки и светофоры, что наверняка оценят в полиции уже в ближайшее время. Для совместной работы это, опять же, уйдет ряд ненужных, скажем так, запросов и направленных в адрес владельца автомобильной дороги. То есть это все покажет непосредственно в процессе работы с данной системой. Система новая и требует тестового режима. Его планируют завершить за 2 месяца. За это время к имеющимся данным добавят информацию о плановом ремонте дорог и маршрутах общественного транспорта и перевозчиках.